Друзья, привет! С вами интернет-магазин «Спорт Идея». Тема сегодняшнего выпуска – это Giant Propel, или идеальный шоссейник для тренировок и стартов по триатлону. Начнем с того, что Propel – это аэросерия велосипедов, предназначенная для больших скоростей по равнинной местности или небольшим холмам. Профессиональные команды используют этот велосипед для своих спринтерских разборок. Мы расскажем, за счет чего удается набрать скорость больше, чем на классической форме рамы, прикладывая одни и те же усилия. Первая причина – это плоская форма рамы. Все мы знаем, что такая форма обладает лучшим аэродинамическим свойством. Вторая причина – это жесткая рама. Это свойство позволяет быстрее набирать скорость и дольше сохранять ее. Эта рама жестче, чем классическая, что и открывает нам причину номер три. Это более тяжелая рама. В сборе Giant Propel, к примеру, на оборудовании Shimano 105, будет тяжелее, чем его одноклассник Giant TCR, который собран на аналогичном оборудовании. Этот велосипед как маховик, надо лишь его разогнать, а далее за счет своего веса, жесткой рамы и плоской формы он будет помогать вам. И вам надо будет лишь поддерживать эту скорость. Но самое интересное, что вы еще можете увеличить эти показатели, если у вас будут колеса с высоким профилем обода, пропеллеры или диски. Но это отдельная тема тоже для разговора, потому что колеса подбираются в зависимости от рельефа, силы или направления ветра. Почему мы говорили, что эта тема будет особенно интересна тем, кто хочет приобрести один велосипед и для тренировок, и для старта? Дело в том, что конфигурация рамы велосипеда для разделок и его руль, они не очень удобны для повседневного использования. Он удобен лишь для прямых трасс, где не нужно совершать много маневров, как когда вы пробираетесь через город. Он не очень комфортен из-за своей низкой посадки, когда вы едете в гору, из-за особого расположения ручек тормоза, переключателей скоростей, когда вы передвигаетесь по городу, особенно по пробкам. Но если этот велосипед поставить на прямую трассу без крутых подъемов, вы получите ракету. Он создан для того, чтобы пахать на нем во время старта, и все сделано для комфорта именно в этом. И, к сожалению, он не будет удобен для объемных групповых тренировок, но на этот случай идеально подходит Giant Propel. Он имеет похожую раму, как у разделочного Trinity, но у него стандартный руль и более удобная посадка для повседневных тренировок в горах, объемах или скоростных тренировок. Для участия в соревнованиях ставите лежак и получаете серьезную машину для достойной конкуренции. Но все это, конечно, не отменяет тот факт, что идеально было бы иметь два велосипеда. Один для стартов, а другой для тренировок. Все ссылки оставим в описании. У меня на этом все. Пока!